Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Стремление показать свою принадлежность к хорошему обществу. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. От душевного мятежа многие приходят к религии. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Обладатели этого имени нередко забывают о себе и своих близких, отзывчивые на людские беды, понимающие и щедрые. Они находят настоящее счастье в служении другим и в реализации своих идеалов. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Буква «Э» дает человеку обаяние, вычурность и хитрость. Художественные, артистические и литературные способности этим людям присущи необычайная интуиция, интерес к экзотерическим наукам, отсутствие комплексов, желание руководствоваться собственными этическими нормами. Неважно, где будет находиться поле их битвы. Стремление к борьбе до победного конца проявляется во всем. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Они могут занимать руководящие должности. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте с числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.